В окружной столице продолжается ремонт дорог. Вовсю идет реставрация на улице Ленина. Федеральную дорогу до аэропорта уже сдали. А вот на улице Полярной реконструкция дорожного полотна только началась. На каком этапе находятся работы и что в итоге получат на Ринмарце, расскажем далее. С самого утра на улице Полярной гремит тяжелая техника. На участке длиной более полукилометра дорожники срезают верхний слой старого асфальта. Сейчас мы фрезеруем дорожное полотно для того, чтобы его выровнять. Вот. После того, как фрезерование закончится, мы тогда его почистим и будем ложить асфальт в два слоя. Здесь асфальт получается 12 сантиметров, как в лучших автотрассах. Он армированный будет. Первый слой, значит, 7 сантиметров, потом 5 сантиметров после армирования. В некоторых местах будет сделан вспомогательный выравнивающий слой из крупного щебня и асфальтобетона. Тротуары уже практически готовы. Ответственность за дорожные работы несет управление городского хозяйства, а субподрядчиком выступает Наринмар Доринстрой. До конца месяца, по словам Александра Ефименко, наринмарцы получат бродвей с ровной дорогой и новыми тротуарами. Пока же этот участок как после бомбежки. Пока никак, он не сделан еще. А долго ли вы ждали вот этого ремонта? Да. К любому ремонту я отношусь положительно, потому что движение вперед. На реставрацию участка дороги по улице Полярной потратят порядка 58 миллионов рублей. Напомню, ремонт на улице Полярной проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Елизавета Кабанова, Вадим Стасюк, Николай Воучейский, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».